Что? Мы сейчас снимаем? Mm-hmm. Давайте мы будем только когда снимаем разговаривать. Надо меня развлекать. Пауза. Вот съемка для меня в любом творчестве это есть. Но это царство свободы, когда тебе уже дали, делай, что хочешь. И пока ты это делаешь, ты ощущаешь полную, я могу делать все. Здесь нет законов нравственных, здесь нет преград, здесь нет чувства долга, которое меня давит всю жизнь. Я очень человек долга, понимаете, вообще. И это так мое постоянное чувство себя виноватой, я должна, я делаю. Я уже к этому привыкла. Вот тут я ничего не должна, я хочу. Я ее любил. Понимаешь, я просто в нее был влюблен даже в какой-то степени как в женщину, потому что для меня это все как-то идет параллельно. Понимаешь, как-то я не мог, в принципе, влюбиться в дуру. Понимаешь? А тут она мне нравилась во всем. Она одна из самых умных женщин, которых я встречала в своей жизни. Одухотворенных таких. Не в житейском плане, потому что в житейском плане Кира, мне кажется, ну, совершенно такой наджитейский человек. А как личность, она исключительная, такой второй нету. To nie do końca nawet jest uświadomione przez niego. Po prostu to jest jakaś głęboka potrzeba powiedzenia czegoś o świecie, który otacza. O tym otaczającym świecie. I myślę, że już dzisiaj nie można by zrobić takiego filmu. Że to jest fantastyczne. Такой антипатичный портрет. Понимаете, это даже будет забавно. Нет, он уже получается антипатичный, и пускай он такой и будет. Это будет правда, понимаете? Наконец-то будет правда об этом человеке. А вот а почему это уже опять вопрос из этой сферы? Знаете, вот это, а все-таки? Что значит, а все? Я же сказала, я не хочу. Какой же может быть а все? А все-таки я не хочу. Дальше, что? А почему? А вот потому что не хочу. Что еще можно сказать? Давай вот так будем повторять, зацикливаться. А зачем? Вот моя мечта вообще исчезнуть, и чтобы остались только фильмы. Вот мне не нравится, чтобы меня открывали, как консервную банку, и смотрели, что у меня там внутри. А пускай будет загадка. А пускай будет такой вот. Вот была такая, исчезла, и вообще на помойку выбросили. Труп, ни креста, ничего. А фильмы вот есть. Кое-кому нравится, а вообще большинству и нет.
Лишь посуду помыть или оставить, или помыть, мыть или не мыть. Вот в чем вопрос. Так всегда, то одно, то другое, ну. Че ты все жалуешься? Вот мне интересно, че ты все жалуешься и жалуешься и жалуешься? Я, по-моему, никому ни слова не говорю. Я разговариваю сама с собой. Могу я пожаловаться сама себе? Наплевать, наплевать. Ну, я много знаю про ее детство и знаю, что она училась то в русской школе, то в румынской школе. И она даже рассказывала, что она скрывала. В русской школе скрывала, что она знает румынский, а в румынской школе скрывала, что она знает русский. Видимо, какой-то отпечаток наложил. То есть в детстве приходилось вот с такими сложностями сталкиваться. Нет, показалось. Мы все люди цивилизованные, белые люди, должны быть друзьями, солидарны должны быть. Я не переношу туземок, только белая женщина, женщина. То есть они формально тоже белые, но какие-то желтоватые. Вы для нас праздник. Небольшое развлечение для дамы. Прекрасные косметические упражнения. Вот посмотрите, вы потираете виски, оттягиваете уши назад, поднимаете их вверх и сжимаете мышцы затылка. Напрягаете лицо, максимально расширяете глаза. После всей этой серии можно перейти на тренировку видения великолепного свечения, горения вечного идеала. Корнями какой глубины залегания, какой глубины оно питается. И то же самое здесь. Она мне, меня выручала. Выручала меня очень сильно. Когда я вдруг начинал теряться с какой-либо картиной, выходил на финальный этап, я звонил Кире и говорил: «Кира, я тебя очень прошу, приезжай, мне трудно, прилетай». Она смеется, говорит: «Да ладно, ты сам все знаешь и умеешь».
Кира, пожалуйста, мне очень тяжело. Я запутался в монтажном строе фильма. Мне нужно сделать кое-какие диалоги, мне нужно там несколько писем. Я же делаю опять фильм о женской душе. Ну, приезжай, кто лучше тебя знает женскую душу, и кто лучше тебя чувствует Восток. И она прилетала в Ташкент и помогала мне. И когда видела, что ей приносят деньги и ордер, чтобы она расписалась, она начинала кричать. Я что, сюда приехал из-за денег? Алик, ты что? Убери немедленно эти деньги, убери, я не возьму ни копейки. Ты меня кормил, поил, я у тебя здесь живу, ты меня возил в горы. Я столько увидела в Средней Азии, а ты мне еще какие-то деньги. Я говорил, Кира, не возьмешь? Это деньги не мои, это деньги государственные. Тебе же не доплатили все равно за твое творчество. Я эти сейчас деньги порву и выброшу. Выброшу. Ну ладно, давай, ладно. Это была совершенно иностранная девушка. И этим привлекала внимание, надо сказать. Потому что с русской фамилией Короткова, это фамилия ее отца, но она была все-таки румынкой. И потом она была элегантно одета. Там все-таки в Румынии что-то такое было, чего у нас не было. И пока наши там артистки красились и бог знает чего на себя наворачивали, Кира ходила в таком всегда простеньком, но очень хорошем костюме. Всегда хорошо стриженная, совсем без краски, без всякой. И этим была иностранкой. Дорогие товарищи, дорогие мои милые товарищи. Ой, засни, отстань от меня. Я настолько самонадеянна, что мне даже и польстить невозможно. И в то же время, одновременно, параллельно, я очень прекрасно знаю свою ограниченность и свое место. Я не помню первый класс, второй класс, я не помню, как я училась читать, писать. Что-то, наверное, было неприятное, и я забыла. Вообще, у меня есть такое здоровое свойство, я некоторые вещи так забываю, потому что они мне... Но я в данном случае не знаю, почему я это время забыла. Но многие вещи я забыла из-за того, что они мне неприятны. И на какие-то вопросы не могу ответить, хотя это даже выглядит глупо. Нет, я не компанейский человек, никакого поколения я не ощущаю. Наоборот, вот когда начинаются эти разговоры, а помнишь? Я думаю, ой, ну опять, ну ладно, я подыграю. Некоторое время я подыграю, потому что это совсем уже невежливо. Ну, поскорее давайте закончим с этим. Одиночество, этого так не хватает, так мало. Так все время его хочется. И так его все время нет, что это просто жизненная катастрофа моя. Вот. Thank you.
Это был Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Все. Вот этим словом все сказано. Это мой любимый и замечательный педагог, вообще великий педагог. Времен и народов, я бы сказала, педагог великий. Я очень узкий человек, очень узкий. Такой вот, как-то запрограммированный вот, на кино. Я себя воспринимаю как, ну, как запрограммированную. Как некий автомат запрограммированный на кино. Если бы меня вложили в другую программу, в то время, когда я охотно открывалась программированию, я была бы иначе запрограммирована. Я помню, что у меня было в каком-то этюде, там, не помню, нет, отрывок был, когда я что-то там сказала Люсе Гурченко, мы с ней на одном курсе были, она, что вот ты вот так вот сядь как-то. И в то же время у меня мелькнула мысль, что, а может быть, эта поза не подходит к средневековью. Это было что-то. Может быть, эта поза какая-то слишком, ну, какая-то модерновая для женщины того времени. Такое легкое сомнение у меня возникло. Ну, мне понравилась эта поза, нам понравилась. Я ей сказала, нет, вот так вот делаем, да. Потом происходит показ, то, что называется. Вот приходит мастер и смотрит, ну, что вы тут наработали. И он мне это говорит. Вот эта поза, так, то есть идет целый, вот это тут неправильно, это не свойственно женщине того времени. И я чувствую блаженство от того, что он мне такое замечание сделал, которое я же предвидела. То есть я думаю так, как он. И постепенно я оказалась в ситуации, что вот я и есть режиссер, что я должна, обязана и люблю это. И я почувствовала этот наркотик и почувствовала, что, боже мой, как странно, вообще за это еще и зарплату платят, а я занимаюсь чем хочу. Здравствуй, Гапа. Здравствуй. Ну что, пишет внук тебе? Я вот письмо получил, говорит, довольно. Я написал. А я думал, сукин сын не напишет. Молодые, а не знаешь, какие? Да. Ну, как живешь? Да я вот все про хату. Они что, обижают тебя? Да нет, не обижают, нет, но все-таки чужие люди. О, что, сынок, не узнал тетку Лапу? А я тебя на пасеку за ручку водила, помнишь? Нет, что, не помнишь тетку Лапку? Да это же мать говорит самоковольнику. А, это тот, что танкист. Летчик, летчик. Тот, что погиб. Да, да, да. Вдова-то его невестка моя второй раз замуж вышла, свои детки пошли. Получается, живу у чужих людей. Внучек был родной, да и то Макар Иванович в техникум отослал. Нехай учится. Мне бы хоть помереть в своей хате. Будет тебе хата, Гапа. Комната и кухонька. А вот без кухоньки. Кира, ну, вы понимаете, ну, вот, например, 87-й год, да? Я снимаю фильм «Сад желания». И вдруг вижу Киру в доме кино. Кира моя золотая, как жизнь, как дела? Да что дела, вот там, знаешь, видишь, что творится. Я говорю, кстати, Кира, я тебя очень прошу. У меня декорации стоят на Мосфильме. Я все время, мне нужно вот один кадр снять. Мне нужна вот такая колдунья. Кира, никуда не уйду. Вот поедешь со мной, мы же друзья. Ну, выручай, ну, выручи. Ну, кого я сейчас буду искать? Но я не колдунья. Я говорю, ты ведьма. Ты настоящая сильная ведьма. Ну, я вижу, ты не отстанешь. Поехали. Поехали, что-то ей стали грим крутить. Это, а она и хохочет. И это, то все. Что ты со мной делаешь? Перед камерой встала, собралась, свеча, это... И так смотрит, а я стою за камерой, и мне жутковато стало. Такая ведьма Муратовна. Вообще, Кира Муратова в моей жизни, как теперь модное словечко, судьбоносная личность.
Ну, а если говорить проще, то просто она открыла мне дорогу в кино. Она тогда мне сказала: Зина, вы знаете, я многих актрис пробовала на эту роль, но мне нужна была нелепая женщина, я вас нашла. Так что я у нее прошла конкурс и победила как нелепая женщина. Пожалуйста. Саша, смотри, какие красивые цветы, правда? С Кирой у меня никаких проблем вот этих перехода от театра к кино не было. Она до съемок отрепетировала со мной всю роль в гостинице. Она приходила, за всех подсчитывала. В общем, у меня была к съемкам уже готова роль. И она снимала, как в сценарии написано, последовательно. Кстати, когда мы снимали... У меня была абсолютно аналогичная история дома с моим сыном Ванечкой. Действительно совпало все. Ваня мой сказал: моя мама меня любит. Она никого не любит. Она чокнута на своем театре. Я же сценарий читал. Я же по тем скандалам, которые она мне дома устраивала, я понимал, какая сцена завтра будет сниматься в Одессе. Саш, Саша, я с тобой разговариваю, очнись. Возьми пилку, приведи руки в порядок. Ну, я кому говорю, в конце концов? Ни за что. Мы с ней поначалу поддерживали отношения. Она, когда приезжала в Ленинград, смотрела у меня спектакли. И однажды даже она прислала мне открытку, которую я храню, которая, как все, что свойственно Кире, очень кратко было написано, без лишних эмоций. «Зина, думаю о вас с ностальгической нежностью. Кира». И все. Но это дорого стоит, согласитесь. Редко случается, чтобы такое писательство и вот мышление кинематографом, как Кира относилась к сценариям, например. Какой-то прочла сценарий, он ей очень понравился. Говорит, ну здесь же все написано, что я тут буду делать. Тут нечего делать, тут все написанное. Thank you.
Ну, вообще, это кино и есть игровое кино, которое все построено, вообще построено все на контакте с живым, исчезающим, меняющимся, заболевающим, умирающим материалом. Ты выбрал место для съемки, ты все утвердил, приходишь буквально, может быть, на, не знаю, через несколько дней, а там вырыли яму или котлован, понимаете, или, ну, что-то случилось, новое, неожиданное. Ты должен либо изменить место, что не всегда возможно, когда уже назначена масса других входящих, приходящих элементов, уже сошлись, либо ты должен как-то быстро, вот, сюрпризно приноровиться. Должно быть что-то мешающее. Оно тем самым, мешая, помогает. То есть оно вносит какое-то противодействие, сопромат такой появляется, который тебя будоражит и ответное рождает действие. Ну, так же, как животные, как не актеры. То есть что-то, что существует не очень непокорно тебе. Ну, я вообще долго монтирую в том плане, что у меня не дольше монтажно-тренировочный период, но я начинаю монтировать с первого же, вот у меня есть два кадра, я их начинаю монтировать, как? Короче, длиннее, первый, второй, второй, первый, А, Б, Б, А. И появляется третий, я еще начинаю комбинат. То есть я очень монтирую с самого начала. Понимаете, все искусство ведь дело приучки. Ну, подумайте, мы считаем там, что какие-то находятся супер вообще новые, неожиданные, странные, модерновые вообще формы. А возьмем простейшую, но она просто существует уже веками. Стихосложение. Что это такое? Ну, почему они стихами? Ну, почему не говорят на это в ответ? Так в жизни не бывает. То, что тебе очень нравится, оно тебя сначала шокирует. И ты думаешь, ой, вот, наверное, потому мне и шокирует, что мне нравится. И действительно, через то секунды, минуты или время, посмотрев в целом и вернувшись, мысли чувствуешь, да, это мне нравится. Мне потому это и нравится, что мне показалось, что вначале это мне не нравится. Ну, это вообще похоже как влюбиться, да, вот как-то. Такие вот бух по лбу. Шит такой за чудик. Сейчас помню, совершенно неожиданно на меня обрушились долгие проводы. Это сначала они меня раздражали какой-то вторичностью, когда эти пляжи, дети, потом стали забирать,
И потом на меня обрушилась огромная, огромная глыба какая-то. Меня просто придавило. Особенно, когда начинаешь снимать и боишься, и вдруг видишь какое-то удивительно свободное мастерство. Потому что мастера у нас были. Ну, что там говорить, Сергей Павлович Герасимов был большой мастер. Мало ли у нас их вообще было. А вот свободного мастерства, какого-то свободного полета, я делаю не так, как вы. Я делаю так, как дышу. С моим вдохом и с моим выдохом на экран летит что-то из моего сердца. Белеет парус одинокий в тумане моря голубой, что ищет он в стране далекой, что видит он в краю родном, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играет волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светли лазурь, и над ним луч солнца золотой. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. А он мятежный просит бури. Меня вызвали в Госкино выпускать мне Лапшина. Естественно, разговор начался очень резкий. Я ему сказал: хорошо, вы меня не любите, у вас есть на это основание. Я, Филипп Тимофеевич, не скрою, я вас тоже не люблю, вы мне искалечили жизнь. Объясните мне, чтобы я хоть что-нибудь понял в политике государства, за что вы уничтожаете Муратову. Ведь это чистейшая прелесть, чистейший образец. И больше ничего. Какое дело государству с ее дредноутами, с нашими атомными подводными субмаринами, которые лежат на дне, с нашей гигантской мощью, какое дело до того, что мама ревнует сына? Почему вы и это должны уничтожить? Ну, он как-то вдруг засуетился, Филипп Тимофеевич. Он сказал: это не я, это Украина. Играет волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет. И не от счастья бежит. Вот эти фотографии. Это Шарко, это Саша Устинов, вот Царкун, ну, вот эти, это кадры из фильмов. Это интересные фотографии. Значит, ну вот, например, я на мой вопрос, где может быть опубликовано решение ЦК КП Украины по долгим проводам, они мне отвечают: из правды Украины. К сожалению, мы не можем вам помочь. Вот. По фильму «Мелодраме» ЦК КП Украины принимает решение. Ведь это же должно потом во все антологии войти. Знаете, эти коричневые тома ЦК КП резолюции. Я говорю: а где это решение? Везде упоминают там, понимаете. А где? И вот они не могут, не знают. Ну вот какие я статьи буквально писал. Какие я статьи, как они называются, как они выглядят. Вот. Вот читайте, смотрите. О несправедливом и незаконном уничтожении кассовых копий художественного фильма «Детская киностудия. Долгий проект». Вот такое название статьи. Вот я же говорил, что, значит, Тимбой фамилия известная. Вот о Романов. 18 августа 1972 года. История фильма «Долгие проводы» более сложна, чем вы с большой. Это представляете. Фильм был тиражирован и вышел на экране. Он не понравился зрителям. В этом все дело. Он оскорбил их представление о жизни и подвергся уничтожающей критике. С мнением зрителей советская кинематография считалась всегда. Так она будет поступать и впредь. Вот этот материал, в сущности, книжка о Тимофее Левчуке. Вот, и тут, значит, написано, в общем, как бы загадка одной карьеры. 58 году. Она говорит, что ей позвонил Левчук и сказал: что это ты не будем там распространять? Он очень гадко в отношении Киры выступал, он всегда в струе, он всегда, значит,
И поэтому я вот решил его наказать. Но наказал-то я так мощно, вообще целую книгу вообще заставил. Но она мне сказала, что он не позвал. Она мне не сказала, чтобы я прекратил. Я говорю, ладно, я не буду больше посылать. И перестал посылать. Просто он ей позвонил, ну ладно. Я думала, что стоит всем людям прочесть Льва Николаевича Толстого. И все поймут. Кто? Откуда? Откуда взялись? Кто такие? Откуда взялись? Во-первых, здравствуйте. Весело у вас. Надежда Тихоновна, значит? Эх, Надя, Надюша. У меня тоже дочка была. Ее звали Надей. У меня мама после 11 домой не пускает. Так разрешите же переночевать у вас в милиции. Ну, это такая кунсткамера, знаете, стремление к кунсткамере, которая затихает вообще. Мне, так сказать, ну, как бы я присытилась уже этим. Всегда в таких случаях происходят всякие психологические круги. Я начинаю думать про себя. А может быть, ты просто без этого не можешь ничего сделать? А ты попробуй без этого. А можешь ли ты без этого всего? Вот так в чистом вообще пространстве, без вообще всяких вот дерганий, украшений маленьких, которые бы создавали некий вот живой фон. Может быть, ты просто... То есть ведь все одновременно можно делать, ну, как бы сказать, можно выдавать невольно или вольно свое неумение за свое желание так делать, понимаете? Вот эти вот, ну, когда начинается, как вы мучились, как вы за, как, ни за какую идею не мучилась, ничего не хотела такого, какие жертвы, самопожертвования, мне совершенно чуждо и противно. Противно. Вот это я не люблю. В Тарковском не перевариваю, когда начинаются эти художник-страдалец, художник, да ты получаешь удовольствие от того, что ты это говоришь, что художник-страдалец. Вообще от всего получаешь удовольствие. Ты, я, все, кто чем-либо занимается. Спешите видеть. Мне это все нахер растоебенило. Thank you.
Мы сидели в Болшево, и это был вечер, когда ко мне Кира приехала. Мы жили в одном домике с Андреем Смирновым, и ко мне приехал мой муж Илюша Авербах. И вот всей компанией мы сидели под такой березой на террасе, там береза росла сквозь террасу. И Илья и Андрей, когда познакомились, то немедленно заговорили о Чаадаеве, о Бердяеве и вообще обо всех книжках, которые они прочли. Набросились друг на друга с этими разговорами о судьбах России. Кира так слушала, слушала, похохатывала, похохатывала. Мы с ней пошли в нашу комнату. Она говорит, какие они еще подростки. Ну что, мы иссякли? О, как прекрасно весны цветенье, тихо струится сияние дня. Звучит.